Так, все, стрим идет. Да. Привет, Кренделек! Если ты тут еще на стриме сидишь. Ну, короче, вот-вот начнется. Ай, блин, еще ссылку вам надо кинуть. Что у меня, что я подрубил, да? Да, ведь. Привет, Эрс. Мне лично не пофиг. Ну и многим, кто сюда зайдет, тоже не особо пофиг. Лучший персонаж, как там его? Бордюр, Бондрюд, да? Он крутой. Все своим естеством. Так, есть. Все есть. Ну, пока стрим не начался. А он начнется через буквально минут 8. Побегаю в Геншине. Так. Привет, Анатар. Тряс бы Арлекин, как на гифке запретом. Блин, я сейчас не смогу Дискорд отключить, чтобы посмотреть, ну да. Я бы Арлекинку так затряс, что... Сильно. Что-то какой новый котик появился, сейчас посмотрю. Ну, думаю, ради того, чтобы... Мне собрать Арлекина, мне придется и раздеть Ху Тао, а это не очень приятно. Хотя не знаю, как там будут у нее статы распределяться. Так, не здесь? А где? А, хорошо. А хорошо, хорошо, добрых снов тебе, Кренделёк. Разведение Ху Тао без смс-регистрации, так. Где? А,
поговорить с Розарией, этой авантюристкой. Злой какой-то. Несколько людей, которым было бы приятно раздеть Хатаву. И кто же это? Я не знаю, кому может быть приятно ее раздеть. Ладно, понимаю тебя. Мне этот ивент не очень нравится по своему сюжету, потому что Розария ведет себя совершенно не как Розария, которую мы знаем. Она бы не заботилась о котятах так. Что там у нее с долгом-то? Его хиллеры не могут снять. Ну да. Она в своей ультове снимает этот долг, по идее. Но долг, на самом деле, очень интересная штука, с которой придется играться. Этот кот это Элия, 100%. Так Элия же черный кот, нет? Так. Что мне? Поиграть? А, нет. Обустроить ему комнату. Не прифигел ли он? Так. Есть. Да, механика долго будет работать только на Арлекино и больше ни на ком еще. Что на самом деле фигня. Так, поиграть. Ушки. Потрепать. Не злись. Если Фурина с ней не поставить, буду во второй пачке Хутао Фурина Ялань. Ну, правильно. Ибо... Да. С Арлекино Фурина не очень пойдет. Фурина с Арлекино, это тупо Арлекино будет сдыхать постоянно. Мало того, что долг жизни запрещает хилиться, так еще Фурина жрет ХП. Пеша с механиков кристаллов. А, ну да. Это почти каждый гео, каждого гео можно в это собрать, не знаю. Но работать будет только на Нави, к сожалению. Чё, уже не работает? Во, за щёчку. Так, отлично. Когда там стрим уже 2 минуты?
Ланцекот? Ну, думаю, не скоро добавят перса, который с кристаллами также будет взаимодействовать, как Нави. Потому что кристаллы, они созданы для того, чтобы их подбирать и получать щиты, и с этим ты ничего не сделаешь. Это ж не бутоны, которые Нилу бафнуло. Этот имеет напоминает браузер на 18+. Надо было Тян доводить до этого самого. Серьезно. Крутой ивент получается. Взрослый. Пыталась вытереть себя Розарию. Не, я думаю, пойдет на мема то, что она протянула руку к жопе Розари. Так. Ивент закончен. Так ведь? Я могу забрать? Нет. Ёлки-палки. А если так? А так могу. На этом игра закончилась. Шкала, которую заполняешь, трогая в разных местах. Видал я такие игры. В самом деле. ПП-шка. Вообще, по идее, у меня сейчас уже должен быть где-то 45 уровень к этому моменту, потому что скоро заканчивается патч. Чё-то я притормозил в этот раз. Девяносто одна крутка уже есть. Но я буду крутить Арлекино вместе с Сигной. Если она мне выпадет, конечно, с этих 90 круток. Так, переключаемся. Конечно, полезнее Арлекино будет созвездие крутить, потому что там повышаются криты. Это прям очень сильно имбалансит ее. А чё вы мне не сказали, что звук двоится? Ах, блин. Пушка для красоты. А что еще надо в игре? Бафать элемент от кристалла? Ну а почему бы и нет? Это ж все равно, что Нави подбирает патроны и тоже бафается.
Она подбирает кристаллы и дает себе баф. Почему бы не сделать персонажа, который будет подбирать кристаллы, или пока он стоит в кармане, кто-то подбирает кристаллы и получает баф. К примеру, как это делает Шеврес от обычной реакции. Сигна Сяо? По идее, да, норм, потому что Арлекино же от обычных атак играется. От спама обычными атаками, даже не заряженка. Она должна очень хорошо с Сигной Сяо работать. Бафать элемент от кристалла Сет такой. Ты не понимаешь, Сет-то понятное дело есть. А можно и персонажа сделать под этот Сет. К примеру, Беннет же есть? Есть Беннет. А есть церемония древней знати. Церемония древней знати. Ставишь ульту и бафаешь всю команду. И Беннет такой же. Вообще, я думал, это, как ее там, Чиори, также будет бафать от кристаллизации, но, к сожалению, она ничего не делает. Привет, Абисойл. Вот то скоро начнется. Я лично жду очень серьезную сюжетку, продолжение истории нарциссинкрейца в этом Петрикоре, который тут заанонсит новую локацию. Ну как продолжение? Ответвление от истории нарциссинкрейца. Ибо Рене и Жаковым как-никак были там и изучали некоторые вопросы. После чего и основали институт. А зачем Пира в команду с Арлекино? Она и так очень сильная. Можно просто троих Электро поставить в перегрузке. Я и Мика, Шеврё... А, ну, Шеврёс, да. Я и Мика, и Фиш или Шеврёс. Почему нет? И я и Мика, это как Бейдоу и Шеврёс. Бейдоу как щитовик. Сустейн, ну... Можно просто не быть раком и уклоняться от каждой атаки. Но лагами, да, это веский повод. Ты либо прямо руки и играешь через перегрузку с Арлекино, либо обычный подпивас и ставишь ее в патихутал. К деду, к Беннету и к Синцу. Резонанс? Да, в некоторых ситуациях на резонанс пофиг, Пира. В некоторых. Из-за деда разучился уклоняться на козе. Проклятые архонты. Зачем тебе, в принципе, учиться уклоняться, если у тебя дед есть? А, ну да, вторая пачка. Забыл. Ну а какой смысл тебе учиться уклоняться, если у тебя во второй пачке навилет стоит?
Ну, начинайте уже. Есть. Офигеть, какая красивая картинка. Свое лапище тянет. А на второй пачке ты сидишь на странике и тупо подлетаешь. Мьюинг. It has been millennia since the fall of Remuria, and its history has long faded into the mists of mythology and superstition. Legends tell of how before the birth of the court of Fontaine, there was an empire known as Remuria. Remurians believed Древняя that King Remus цивилизация bring Ремурия. eternal prosperity to the islands of the High Sea. However, the god king's seers prophesied discord. The greatest empire Discord. The most utter destruction. And this is Fortuna. Варвары разорили Ремурию. The primordial plan from the cycle of the 7 days and winds blowing over sea and land, and composed a splendorous symphony based upon it. He Привет, believed Маш. that the polities could escape fate's judgment and attain eternal paradise. If they harmonized with his perfect symphony. But today, welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program. Let's take a look at the trailer. Когда-то у Ремурии были великолепные симфонии. Ну а сейчас добро пожаловать на стрим разрабов. Да о, сидит Вергилий. And the feeling is mutual. After all, it's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd the next time a similar event rolls around. Something has come up. О, нифига себе! А что тут Сайна делает? It was a great plan, shrouded. К чему тут вообще Сумеру? Я не понял. Around and celebrated the revival of our Lord. That's how I gained my power. The old man's been putting the pressure on me. He sent someone to tell me I'm needed for some sort of project. Project Stuja? Participating in the Kentavr. Plan will lose a lot of members in the process. But I did not anticipate we would meet again after presenting you with the Gnosis. If you accept my proposal, Monsieur Neverland, unless absolutely necessary, I will know Нет, там другой нарвал был. Special missions within Fontaine. Дабстеп поехал! Вау! Новый персонаж? Do you have any idea what you're doing? You're hiding the very person father has been trying to find. I really didn't mean to drag anyone else into this. А, это про новый квест. Новый квест будет связан с Сумеру и Ремурией напрямую. Ой, да неужели нам Дешрета раскроет? Покажите больше Дешрета. Багровая луна. Батя против своих детей! Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, Helen. Few among us are willing to sip from a glass filled with tasty water. I'll make sure it's drained of all impurities and returned to its cleanest form. Good things come to children who do as they're told. So I do hope you decide to tag along. Какой же это секс?
And I, for one, don't intend to back down. I don't want to disobey an order from Father. So why? Офигеть. Я слов не могу подобрать. Слишком сексуальный дизайн. Welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program. Yay! Welcome, everyone! Yo, welcome! Okay, so I'm pretty sure that everyone would agree... Это просто офигенно! But just in case you needed any convincing, we've invited... Покровая Луна, Fate Collab. Нет, только не Fate! My name is Erin Avet. I'm the voice of Arlo... Emma Girl. Да нет, не Emma Girl! Она крутая, просто. I'm so thrilled to have been invited to the special program. Yeah. Hi, folks. I'm Damon. Ну, вот тоже вопрос. Ита тут при чем? Ну, наверное, Ита тут потому, что его проще всего позвать сюда. Или, может, будет какой-то ивент с ним связанный. Да заткнись ты уже! Хватит битбоксить! Рекина говорит ГГ сражаться с ней. Также этот чебурек. Step on me, маме. Сейта живет в студии. Так же, как Кавасуми Аяка, да? Да? Обычные атаки. Не. Сейчас объяснят. Ну, японская сейва мне вообще не нравится. Вообще не нравится. На японской сейве она звучит как бабка. Хотя это вроде взрослая женщина. Четвертый предвестник Фатуи, скрывающийся за мистикой. Не слышишь, что они говорят? Сделай так. During the Fontaine Archon quest, I noticed that Arlecchino was really skilled at directing the conversation. Я надеюсь, меня все еще слышно. Speaking was incredibly refined and polite, but she was also incredibly intimidating. I mean, remember how Farina pretended not to recognize her and talk? Но у нее очень глубокий голос на английской озвучке. Прям жесть. Очень красиво звучит. А вот на японской что-то мне не то. Okay, take it away. Okay, you were hoping that I would be the weakest link? Yeah. Well, she's a very strict father. Okay. Uh-oh. Yeah. Strict. All right. It sounds like she gives everyone an intimidating impression. Yeah, but I think Arlecchino loves all of the house's children equally, and she would... Ну, не во всем Геншине, конечно же, английская озвучка лучшая. Но почти весь Фонтейн в английской воспринимается в разы лучше, чем японской. В первую очередь, это касается, конечно, Невилетов, Урины и Арлекина. This knave, I want to know, why are they this way? Okay, wait. Are you trying to say that she treats the kids like that because she was traumatized? Ooh, okay, now that's... У Ризи свой вайб в японской озвучке, то, что его озвучивает Джотару, и те же фразы имеет. I do have a question, though. Why did the children call her father? Ah, well, if you're curious about Arlecchino's past, then you'll have to find your answer in the game. That's fair. Her story quest, Ignis Purgatorius. Ура, новый story quest. Ignis Purgatorius. Gameplay experience by saying too much about her quest, okay? Огненное вознесение. Travelers will be able to appreciate Arlecchino's unique charm after they've experienced her entire story. Yeah. Version 4.6 will also introduce a new feature
the Focused Experience mode. Ooh. Now, if you use the feature while playing Arlecchino's story quest, then it will minimize the number of times that you'll be interrupted by characters or quest locations being allocated to other quests. So hopefully this так. Mode will help travelers have a better story experience, cool. you know? Это что, нам улучшили как-то квесты? Отображение. Я просмотрел. Или это то, что теперь... То, что ты выбираешь квест, он не будет мешать прохождению сюжета. Она летает. И зачем нужен ваш Скарамуччи, когда вот Арлекино тоже летает? Скарамуччи бесполезен. Арлекино Friendly Fire, да! Она ж хилит Чурл. Бьет своих. Но это беда всех фатуйцев. У них у всех Friendly Fire, дедовщина. Все квесты уже прошел, кроме Чиори. You might have been a victim to it while you were fighting elite Fatui operatives in Fontaine. Does anyone still remember what a bond of life is? Скарамуччи не нужен. Потому что это уже не Скарамуччи, а это странник, или как его там назвали. Wait, I think I remember. It's the red portion of the HP bar. When you have a bond of life active, it'll absorb any healing that your character receives. Ну, так же, как это будет очень трудно сражаться в мире из-за того, что она поджигает траву. Плюс к этому и ХП себе отнимает. Как же, какие же красивые у нее анимации. Но скорее, у нее красивые такие из-за сигны. Я не думаю, что с другими пушками у нее будут такие же красные слыши. Потому что это вообще не похоже на инфузию. Получает больше дамага от обычных атак. В смысле? То есть надо ей... Как ей вообще играть? Arlecchino's skill doesn't just damage enemies, it also applies a blood debt directive to any enemy that it hits, which will damage them periodically. And when she uses a charged attack or her elemental burst, she'll absorb nearby blood debt directives. This also Использовать charge или ментальную ёшку, чтобы побыстрее закончить долг жизни. Полная противоположных Хутавы. Абсолютно. Мало того, что она от заряжки не играет. Так что? Сколько она себе отхилила? Она себе фул полоску отхилила ультой. Фул полоску отхилил ультой, при том, что был еще долг жизни. Ну тогда ульту не юзаем у нее. Oh, it's about time to introduce the event wishes in version 4.6. You guys ready? Let's do it. So excited. During the first другие обновления. Очевидно, что она будет с Лини. Both enjoy a drop rate boost.
Но какие другие фатуицы будут? О, Скарамуччи. Вот фатуицы. И Байджу. Байджу же это этот, панталоны. Все, раскрылось. Байджу опять с фатуицами. Байджу в девятый предвестник. But in special circumstances, she will reveal another side. That's right. Are you ready to see a new name? Yes, I am ready. Итак, анимации босса. Я погромче сделаю. Да, обязательно потом коды сброшу. Но превращение у нее не такое, как у других фатуйцев. Не так комично выглядит, как у Тарталии. Fremenay have seen this side of her before. Mm. So the Knave is accepting challengers now? Mm-hmm. Oh my gosh, she's so elegant. Легкий босс, в самом деле. Слишком медленные мувы. Но саундтрек великолепен. Конечно, не дотягивает до Ля Синьоры. На уровне Старталии где-то. It feels like she's implying that we're all in the palm of her hand. I mean, you guys know what her personality's like. She doesn't want her children crying or running away from conflict. Очень красиво. She hopes that they'll be able to take the initiative, even if their opponent is their own father. The outside world will not show her children mercy. Сам босса сеньора для меня все же получше будет. If you do not repay the blood debt directives the Knave applies to you, all her attacks against you. Привет, Юкико. Здесь показали Арлекино, как она работает, и сейчас босса обозревают. Don't the bone wings on her back look like spiders? Yes, yes, that's it. Oh my gosh, it's like she has total. Ее крылья очень похожи на паука. Нет ни одной анимации, где она на лицо наступает, это минус. Да вот она! Налетает на тебя прямо. Паук прыгает со своей паутины на тебя. Твои действия. Now we have a quick challenge feature for weekly Trounce domain bosses. Yeah. As long as travelers are adventure rank 40 or higher, they'll be able to challenge her directly by going to the adventurer handbook, going to the domains tab, selecting Trounce domains, and pressing quick challenge. Wow. Oh, that's cool. It's a nice little shortcut to the battle. Yeah. Oh my gosh, I'm looking forward to that. Будет какое-то испытание, где надо будет на скорости ее проходить. It also looks like it's my turn to deliver some news. Two new artifact sets will become available. Новые сеты. Fragment of harmonic whimsy and unfinished reverie. Ну, это сделано в итальянской стилистике, а этот уже какой-то мезоамериканский. Скорее всего, этот относится к Атлантиде. И потом будем читать историю этих артефактов. Потому что сразу можно будет узнать, что нас ждет на Атлане. Чего? Второй квест Сайна? Так вот в чем было сумеру в трейлере. Ну а почему Сайна? Когда второй квест у Венти? Я не понял.
identity, and the two of them share a close connection. Sounds like there's some serious shenanigans going on. Получается, нам дали квест Арлекина и квест Сайна второй. Ну, надеюсь, Сайна получше раскроет нам Деширьета. У Сайна есть второй квест, а у Венти нет. Да, но вот новый перс. Это главное. Но когда он будет, неизвестно. Покажут нового перса, но мне главное, чтобы в этом квесте раскрыли Махаматор. И как они связаны с Деширьетом. И самого Деширьета. Sarah, you totally delivered. That was great news. Mm-hmm, mm-hmm. Speaking of great news, ooh. I think Damon also has some important information to share. Wait. Really? Wait. Yes. Wait. Да не, у Сайна прикольные шутки. Знаешь, кринжовые на том уровне, что смешно от кринжа. А не на том, что ты кринжуешь. Redemption code before we continue introducing первый код. That was amazing. That's what I thought. Так, немного отошел. Надо телефон на зарядку поставить. Какой же саунд тут офигенный. Это же саунд босса Арлекина. Нет? Потому что тут на латыни говорят, как у всех фатуйцев. В саунде. Кого из предвестников сделают играми на Тлане? В первую очередь капитана. В первую очередь нам, по крайней мере, надо будет сражаться с капитаном, потому что он там находится с огромным отрядом. Но и я жду Коломбину когда-нибудь потом, в будущем. A new area of Fontaine will open in version 4.6. Travelers will get to visit the village of Petrichor. Деревня Петрикор. Would there even be much to see on such a small island? Well, yeah, I guess this is where I'm supposed to really confidently say totally. Пока выглядит очень маленькой. А, это между... Блин, я думал, там находится Кейнриа. Все думали, что там Кейнриа находится. Ну нет, это Ремурия. О, за Нарвалом бежит. Что? Вы видите это? Там кот! Там кот! Там кот в пузыре за нами плавает! У всех фатуйцев есть мотивы. Да, на латыни. As Aaron mentioned at the beginning of the program, King Remus composed a symphony. Но нам же в Суммеру показали в последней локации, что ворота в Кейнриа направляются в ту сторону, где сейчас Петрикор находится. Кейнриа, в принципе, под Суммеру где-то должен находиться. Ну, блин. The kingdom's remnants slumber in the depths where the sunlight can't reach. You'll meet a dragon in the deep seas. Dun, dun, dun. So you'll be able to obtain powers relating to the symphony, which will help you explore the realm of Ремурия. Так нет, это будет сюжетка Ремурии, и будет особый код в этой сюжетке. You can also unseal time in places where it stopped. So these powers will let you interact with specific objects in the ruins. You know, that might be useful for solving puzzles. Правильно расставлять книги в соответствии с музоном. Ремурия — это же страна музыки, в первую очередь, была. Цивилизация. It awaits a warrior who would dare challenge the majesty of the ancient ruler. Oh,
yeah, that's right. The Statue of Marble and Brass will soon be coming as a boss. You can earn all... И за счет Ремурии как раз-таки Фонтейн известен своим искусством. I'm so hyped for it. Me too. Oh my gosh, yes. And Damon, you did such a great job with introducing it. That was great. That was great, Damon. Wait, but real quick, quick question. How do we even get to such... Смотрите, играет на скрипке, как Кафка, и стреляет. Completed the third act of the Archon quest, Song of the Dragon and Freedom, will automatically unlock a teleport. Да, снова парень без остановки. Сразу будет открыть телепорт на Петрикор. Не надо будет туда добираться. So exciting. I know. So cool. All right. That's all the information that we have about Fontaine for now. And now. Будем коня, будет коня долбить четырьмя орликинами. Rock and roll is getting popular in Inazuma. Rock and roll. Yeah. All right, let's all take a short break before we get into the next section. Что-то для детей. At today's second redemption code. Ну, есть такое. Второй код. Если что, позже скину вам в газету. Или Эрс быстрее это сделает. Да сам ты кринж. Геншин по-своему интересен. Да, фарм нового сета придется играть, долбить. Новый сет, новых боссов, чтоб нормально ее собрать. Где-то недели 4. Нам же еще фонтан до конца откроют же. Новая локация, сундуки и печати гидры. Back, hey! Ну да, и Венцита. Бесплатный гора. Inazuma, and the organizer is none other than Arataki Ito himself. Хотелось бы скипнуть, но... It would be my absolute pleasure, Padre. So, I got a question. Does everyone still remember Dvorak? Of course. He participated in last year's Lantern Rite, right? That's right, yeah. Both Hu Tao and Xin Yan performed there. That's right. And this time, it's an epic tour for the ages, organized by none other than Ito and Dvorak. Oh my gosh, and even the concert name... Нет, они будут петь на... Они будут устраивать концерт с Arataki Ito. Музыкальный ивент. Нет! За что? Геншин — это игра для 12-летних девочек, да, и этим он прекрасен. Ни на что больше он не рассчитывает. Ito himself will personally be performing on the big stage. What? Oh my gosh, that's gonna be awesome. Yes, it will be. And here's more exclusive news for you. Dvorak will be giving away a brand new musical instrument to our travelers called... Еще один инструмент. Wind horn. И опять неполное количество нот. А как он будет звучать? Покажет нам? I'm looking forward to seeing more amazing performances from all the great musicians out there. Are you now? Well, since you're so excited about it and the festival, why don't you help launch the Arataki Rockin' for Life tour to Force of Awesomeness? Yeah, I'll try to. All right, there's three steps to preparing for the festival. Number one, carnival ensemble. We can practice getting into the flow with some rhythm games while the stage is still coming together. Wow, those kids are really weak. Yeah, they really are. And the second task is called the Trillion Trinket Trawl. Ну и духота. Say that three times fast. The Trillion Trinket Trawl, the Trillion Trinket Trawl, the Trillion Trinket Trawl. I did it. Ooh. We can't have a rockin' music festival without a rockin' venue. So, travelers will be helping Dvorak spruce... Ивент, в котором надо будет собирать цветочки, как мы любим. And lastly, we have the Meeting of Melodies. Can't have a party without adoring fans, so we gotta invite fellow music lovers to come jam with us. After listening to their tunes, we can respond. Но играть специально для NPC — это уже что-то новое. Раньше такого не было. That is super exciting. Yes, that's the point. Особые композиции. And after we've rocked out to the pure spirit of music awesomeness in Inazuma, over in Mondstadt, we'll be
be dancing to a tense and thrilling tune. Hold up, hold up. Ooh. What do you mean by tense and thrilling? Does it mean anything if I say, Wind Trace, Seekers and Strategy has finally arrived? Yes! Новые прятки? Ты серьезно? Ну что, устроим на сервере ивент с прятками? Давайте. Будем собираться по вечерам играть. А, не, это не прятки. Это не прятки, это салки. Это салки, это... То это хоть интереснее. Does sound tense and thrilling. Right? And that's not all. Oh no, each round will have six devices, which will prevent nearby rebels from concealing themselves. The rebels' goal is to repair these devices while also being captured. Once they repair DBD devices, they win the match. Oh, and rebels can work together to repair these devices. And hunters will either need to prevent the rebels from repairing the signaling devices, or they can simply eliminate their opponents. If you team up with friends, then watching these games should be a blast. she gets it. She gets it. But the next part is even more thrilling. When rebels are facing a signaling device, the device being repaired will enter the high-speed signaling state. What does it mean? It means it'll give off a light visible by every player in the area. In fact, the device will even be marked on the minimap. Ooh, okay. So that means that repairing the devices will expose... Ну, выглядит интересно. Oh my gosh. It's these sort of unexpected risks that can be the most... Это последний кооп ивент, который был. Его невозможно было долго играть. Так, боевой ивент. Опять будем флексить платиновыми монетками, которые набили на минимальном левеле. Так, не, мультиплеер это как раз таки не фигня. Я так не считаю. Мультиплеер в Genshin приносит хоть что-то, где можно провести время. А то после того, как ты закрыл весь контент, там делать нечего. Поэтому в коопе Genshin становится интереснее. Они добавили скип диалогов. Они добавили скип диалогов, если ты повторяешь их. В прошлом еще патче. А если ты про обычные квесты, то зачем это надо? Я считаю, всем надо прочитать сюжетку Нарциссин Крейца. Мега хорошо написано. Специально усложняешь боссов. Вибер-кристаллы. Ну, добавили подземную локацию, и, соответственно, ивент с вибер-кристаллами. Понятно. So impressed by how intuitive you are. Oh my gosh. Thank you. That means that so is much incredible. Coming. Yeah, well, yeah, I meant it. Each round requires Гриффин на стрим. Давно его не звали. You can set up vibro crystal harmonics plans for each of your teams. This will allow you to receive different combat buffs when you combine transmitter crystals and receiver crystals. Basically, абсолютно ничего не поменялось. Это тупо реран, считайте. Но в Римурии. By connecting them in different combinations, you can create varying harmonic effects. It's your custom buff plan. Wow. Spot on, Sarah Miller Cruz. Thank you. And you gain a harmonic point for each time. А, нет, даже не в Реморе, это в прямом смысле реран в разломе. If you accumulate enough harmonic points. Each challenge will have different trial characters. Даже локация та же. So you can choose the harmonic buff that works best for your team setup. Ну, ладно. If you want to exchange them for rewards. Nice.
Also, the genius invocation TCG и новые карточки. Куки, которая будет ставить карту, которая будет хилить и дамажить. Интересно, как будет играться. Oh my gosh, thank you so much, Max. You just did an amazing job. That was impressive. Introduce Sarah. Mm-hmm. And thanks, since you introduced so many events in one go, I feel like you deserve a little break. You know what? You agree? I agree too. I'll agree. So how about now, let's check out the... Да нет! Карты — это тоже активность, которую можно закрывать. Правда, последние карточки я так и не собрал себе, которые... С кем они там были? С Томой? Потому что не с кем играть. Было бы интересно, если бы кто-то еще интересовался карточками Геншина, где в чем можно было поиграть в коопе. Получается концовка стрима. Да, они будут показывать обновление, которое анонсили вчера. Или позавчера, я не помню. Да, покажем. Next up, we're presenting some information about improvements for different in-game systems. Nice. Оптимизация чайника. Some updates for the Serena teapot, such as the quick obtain feature. Instead of having to navigate a bunch of menus, сразу можно будет купить материалы, которых не хватает для этого для набора. Не надо будет их искать. Наконец-то. Новые аватарки с персонажами из заданий Ергент. О, Джехт! Ура! Джехт есть! Победа! О, не только Джек, тут еще Caterpillar существует. It's time to eradicate all the maps with 99% exploration progress. Ну, это максимально говно обновление, которое я не одобряю. Игра и так простая, сундуки видно за километр, и дают компас, чтобы тебя быстрее нашли эти сундуки, показал путь к ним. А теперь дали еще, чтобы они отображались на карте. Нафига? It looks like there's nothing left for us to present. Looking to piggy. So, I think that means не знаю. This special program to come to a close. See, it's not so. Is there anything else that y'all would like to share with all the travelers who are watching? Yes. What? We need to have an answer right now in this moment? It's okay, you've got now. This. Okay. Okay. Okay, I'll make it easy. Ну, все если все NPC и сюжеты там добавлены, это офигенно. Но я себе поставлю Джехт, скорее всего, или Катерпиллера. Я ее угораю на фоне. У нее та же самая эмоция, как с ее трейлера, если не заметили. Та же самая эмоция, когда она свои тофу ест, улыбается. Даже не перерисовали. To talk about this without spoiling anything, but I'm so, so excited for you guys to experience this concert. It is so good, and all I can say is that I had more fun. Я надеюсь, Аратаки не будет петь в ивенте, иначе это будет очень кринж. Oh my gosh, that's amazing. Ну нет, он будет петь в ивенте. I'm excited for all of those things
too, and I'm also really pumped for the Wind Trace Festival because I love it so much. And it sounds like there's a ton of awesome things coming in version 4.6, so I hope everyone's excited. Yes, I am. Yeah. Yay! Wow, okay. I just have to say, this was so fun being here with you today. I'm so glad I got to be here with you guys. This was such a great time. So, thanks for being here. And закончили. А, что тут можно еще поделать, побегать? Да ничего. Можно стрим заканчивать. Стрим говно, как всегда. Ну... Геншина, да. В сравнении со стримами ХСР, это... Ну, все равно, что стримы в ГО. Максимально неинтересный и бесполезный. Давай, удачи тебе на работе. А я заканчиваю. Где звук? На минимум. Ну, спасибо, что посидели, посмотрели. Будем крутить. Она слишком офигенная. Саунд босса с латинскими мотивами. Просто шикарно. Там что-то пелось про луну. Про огонь, про возрождение. Я отрубаюсь.